Итак, и всем привет, ребята, с вами я, Антитоксик, и сегодня у нас финальная часть, третья, а может быть и не финальная, Among the Sleep. Так, давайте начнем. В прошлый раз за нами гонялся монстр, такой большой, и в этот раз, как я узнал, немножечко он будет немного другой, и будет сложнее очень, очень, намного сложнее, но это ничего. Так. Ё-моё, уже стрёмно, начинается стемота всякая. Так, фонарик. Что с ним? Это как вообще он так приклеился? Так. Я вообще должен был снять видео, кстати, да, извиняюсь, за вчера, но вчера у меня были дела, поэтому я не смог его снять. Так. А как мне сюда забраться? Так. Уже сложности начинаются, непонятно куда идти. Не разбил как хера. А, нет, не получилось. Зачем мне эта вещь? Ладно, нарисую его с собой, может быть, он мне чем-то поможет. Короче, нахрен мне не нужен. Так, я не могу никак что мне делать. Что мне тут коробку надо? Может, её надо как-то взять и... Смотреть? Блин. А, ладно, ладно, так. Ну, не, я не дотянусь до неё никак. А что, ну что ты будешь с ним делать? А, ёбаный мяч. Ёбаный мяч. Так, вот этот мяч пить. Что мне делать, как мне сюда залазить? А, я кажется. Нет. Так, неужели мне в интернете придется смотреть, как сюда залазить? Может, тут что-нибудь делать? А, может, коробку надо взять, как узнать, как что с ней, начинать как-нибудь. Так, а ну что вообще? Блин, как туда пойти? Что-то здесь? А, вот сюда просто надо. Ой, нет, сюда не надо. Так, Тут все заперто, нет ничего интересного. О, что это? А, это ящик просто. Только эти ящики мне ничего не дадут, по сути. Может, тут что-то будет? А, я могу ничего делать. Во, походу, вот это надо открыть. Ну, я тупой, конечно. Ребята, извините, пожалуйста. Так. Я бы сейчас серьезно смотрел, как туда забраться. Вот этот... Да ё-моё. Вот она, та самая дверь. Но подождите, тут, мне кажется, должна быть записочка какая-нибудь или что-то типа того. Так. Кстати, если вы не смотрели первую и вторую часть, то рекомендую посмотреть, потому что тогда вам не особо будет понятно. Опа. Ну, это ж... Это какие-то овечки тут нарисованы. Ого! Это что было? Что это за бутылочка такая? Пошла отсюда, пиво осуждаем. Или это не пиво, я не знаю. Коньяк какой-нибудь. Все сюда. Сюда надо. Эй! Я чуть не упал. Но это сделано для запугивания. А вот эта манда, которая за нами бегала во второй части. Такс. Мячик. Я его возьму на всякий случай. Нет, мячик, нет. Все, мячика больше с нами нету. Он упал. Так. Так, это что за... Что за херня? Опять это... Опять это запугивание, ну... Вы задолбали уже. Опа, это что? А тут записочка будет, да? А как... Мне, по-моему, сюда надо, куда мне еще. Честно, я не понимаю, куда мне вообще идти. Блин, тут страшно так. И зачем тут вообще так много дверей? Чтобы я от кого-то прятался? Надеюсь, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я сейчас открываю эту дверь, и какая-нибудь за мной чупакабра. О, записка. О, какой звук. Звук какой-то прям другой. Вообще другой звук. Так, а это что такое? Мы... Нам больше тут ничего не нужно. Видно, да. А, чё? А, чё? Чё? Что? Смотри. Это что сейчас было? Офигеть! Это баг какой-то сейчас был. Я увидел, что под нами находится.
Охренеть, я это запечатлил на камеру. Ну ладно, я потом, когда буду монтажировать, пересмотрю вообще, что это за херня была. Опа, сохранение. Вот, вот этот мандюк теперь за нами будет бегать, я уверен. А тут записка будет, что ли? Нет, тут будет. Тут просто ничего. Так. Вот это измерение... Так, ладно. Вот это измерение чем-то похоже на тот, когда в первой части мы с Мишкой, когда только познакомились, о, записка, зашли в шкаф. И там похуже все было, прям точь-в-точь. Но... Сейчас мы уже далеко, наверное, от своего дома. Может быть. Может, это наш кошмар. Вообще не знаю. Так, это что тут такое? Опа. Ну. Удерживает предмет, нажмите. Ага. А, нам нужно сбить, что ли, вот это. Бам. И, конечно, опять нас напугало. И вот сюда вставить. Все. Все, идите нахуй. Так, тут аналог. А, вот тут воспоминания наши будут. Все. Значит, нам нужно куда-то сюда. Блин, а что-то все такое размытое. Это потому что я держу. О, мама наша поет. Да, я слышу. Я слышу этот звук. Так. Это что такое? А, ладно, пойдем, пойдем, пойдем. Так, ящик. Без обид, но тебя нужно отсюда. Всю славу Богу. Интересно, что будет, если я туда пойду? Что тут вообще находится? Ну-ка. Да, тут ничего нету. Зато внизу там какой-то пипец творится. Мы вообще где находимся? Честно, я не знаю, зачем мы ее открыли, но, скорее всего, для чего-то нам это понадобилось. Я чуть не упал. И опять этот пиджак. Ой-ой-ой-ой. Ебать это! Это был тот мужик пьяный, короче, я не знаю... Какая-то страшилка была. И она сейчас туда пошла. Ну все, это ГГ. Это нам ГГ. Это мы зря быканули. Все, теперь за нами ведется охота. А куда теперь лезть? А вот по этим. По этому комоду. Так. Комодик. Все, пьяный мужик за нами охотится теперь. Так, вот тут мы были, как раз таки теперь залезаем по этим овечкам. Хотя бы овечки. Ну, тут он нас не достанет. Все, бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Отлично, так, ящики. А их нельзя двигать. Сохранение. И сейчас произойдет что-то немыслимое, да? Так, закрываю за собой дверь. Ой-ой-ой. Ай-я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 й! Что происходит? Блин, вы задолбали. Тут много разных комнат. И честно, мне немного страшно. Какая-то что такое? Тут мячик лежит. Записки нету, как подозрительно, что записки тут нет. Ну, лопатка. Мы ее еще во второй части видели, только она золотая была. Ну, желтая. Опа. А тут что находится? А, это, господи, мы отсюда пришли. Я что-то запутался уже в этих дверях. Ну, получается, ход только один. Это вот сюда вот идти, понятно. Так. Ой, опять это уютное, вот это бовое. Сейчас, как ее? Тут закрыть нельзя двери уже, что ли? Так, ладно, залезаю по комоду. Вот честно, не знаю зачем, но... Ну, для чего-то, наверное, нужно. А мы что тут ищем вообще?
Что нам тут делать надо? А, тут звездочка вот эта. Так, я могу сюда залезть? Мне нужно сюда залезть на всякий случай, чтобы... спрятаться. Разработчики сделали так, что я не могу сюда залезть, чтобы спрятаться. Так, нам надо залезть так, короче, взять вот это яблочко и кинуть. И молиться, чтобы какая-нибудь манда за нами не пришла. Ой-ой-ой-ой-ой! Господи, что происходит? На мне какая-то перчатка упала, я думал, мне жопа. Так, ладно, взял. Кстати, звездочка красивая очень. Блин, что произошло вообще? Кто открыл все эти комоды вообще? Кто это... Почему я пройти не могу? Потому что кто-то открыл все комоды. Нет, в холодильнике ничего нет. А куда дальше идти? Вот он здесь был, этот пьяный мужчина. Мужчина. Молодой человек. Вы что тут делали? Так, я так понимаю, нам обратно теперь вернуться надо и вставить эту звездочку. А куда обратно? Сюда, наверное, куда-нибудь. А ничего, что я типа могу... А, тут убрали. Я же не могу теперь вернуться обратно. Блин. Тут убрали вот эту хрень. Ну, с овечками вроде, или как, кто там у нас был. Получается, тут идти надо. Сохранение. О, карта. Кто-то тут играл в дурака. Ой-ой-ой. Так, все, я иду назад, я понял уже. Я иду под стол, тут уютно. Тут можно выжить. О, мыло. Судью на мыло или как. Что за звук такой? Приятно вообще. Так, ладно. Надо открыть эту дверь. Иди сюда. О, я вижу уже записочку. А, это не записка, это... Это какой-то мужик. Может, это наш папа и тот, кто за нами сейчас охотится. А это что? Честно, я не могу понять, что это. Тут то ли женщина, то ли мужчина какой-то опять плачет. Держит какую-то... То ли дуру, то ли дурака. Непонятно. Тут... А, ну это мы. А это вот эта манда. О! Смотрите. Так, может, мы кого-то тут интересного увидим. Опять. А, это типа мы прячемся, а это она, да, ну я понял. Ой! Что? Ну. Блядь! Ой, извините, пожалуйста, я... Фух, так. Проходим. А куда нам надо? Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне очень страшно сейчас. О, боже. Боже. Короче, у меня есть план. План скам. Короче, иди нахрен бутылочки. И прячемся под стол. Все. Все, имба. Ой, господи, это третья часть, блин. Это она очень страшная. Блин. Блядь. Вот как можно быть такой... Так, надо что-нибудь разбить, чтобы этот мандюк сюда пришел. Вот эту бутылку, например. Господи, бутылка, возьмись. Эй, я разбил бутылку, лох. Да, вот. Все, он испарился. Вот. Теперь идем. Аккуратно. Аккуратненько, аккуратненько.
А-ха-ха-ха-ха. Все, и валим отсюда. Вот он сюда идет. Сейчас. И так. Вот он. Он сейчас испарится. Так, это. Так, кто это? Мы? Я не так и не понял. Так, какая-то дверь. Еще одна. Я не знаю, честно, нам куда, но бутылочку я разобью. Так. Медведь, наверное, на... О, опять видно было. Медведь, наверное, наш уже раз 10 обосрался. Так. Я понимаю, мне надо прыгать. Теперь нам сюда или куда? Так, ладно, возьму бутылочку пива и кину ее. Я пиво осуждаю. Это плохо. Так. Тут записка и иллюстрации художников. А еще тут ящик. Так, все, монстр испарился. Interesting. Сколько он уже тут всрал? Это он описался, что ли, или что? Что это за жидкости? Так. Стул. Так, ладно. Мне почему-то кажется, что мне очень надо к нему подойти. Ой. Так, ладно. Кто это такой? Чё, стул, что мне с тобой нужно делать? Ты мне чем-то поможешь, нет? Итак, ребята, у меня сейчас запись немного херакнулась. Но это ничего. Дальше идем. Так, тут новая дверь. Я, честно, так и не понимаю, куда нам идти нужно. Но бутылочку я разобью. Это я обязан сделать. Кубик. Как же я по тебе соскучился. Ха-ха-ха! Господи, будем его дразнить сейчас. Ой, какой толстой. Так, ладно. Аккуратненько идем. Бутылочки. Ой! Так, бутылочки. Так, что за херня? А-а-а! Бежим! Бежим! А, там бутылка упала. Все, я убежал. Опять мы. Куда мне идти? Скажите мне. Блять. Я упал куда-то. Я куда-то упал. Я даже не понял, куда я упал. Только не говорите, что я с самого начала начал. Боже, я начал с самого начала. Ладно. Ладно. Блин. Обидно, конечно. Ну ладно. Я так и буду говорить, ну ладно. Наверное, да. Так, идем. Тут бутылки валяются, там все разные. Так, а вот это я, так понял, не открывал еще. А, тут стул. С сюрпризом. Так, ладно. Так. Так. Вот эти бутылки надо сломать уже. Он сейчас несколько раз тут пройдет. Еще раз давай, наворачивай. Сразу несколько раз. Еще давай! Что, засал, что ли? На тапок держи. Еще на тапок. Все, короче, теперь он точно к нам не придет. Надеюсь, я все бутылки разбил. Не, не все, но мне ничего мешать не будет. Идем дальше. Так. Мне, наверное, вот сюда надо. Вот сучки. А я выброшу бутылку в пустоту. Какого хрена? Фух. Он прям ко мне шел.
Это было страшно. И записочка долгожданная. Так. Опа. Я перешел. Неужели это все? Я отсюда выберусь сейчас. Ура, наверное. О, тут бутылочка. Ну, я ее разобью. Вы что? А, он уже не придет, что ли? Обидно. Так, а это что за иллюстрация такая интересная? Художников. Иллюстрация художников. Так, а это что? Что это такое? Мне типа спрыгнуть тут надо. Оп. Идем. Идем. Ура! Слоны, мои любимые звери. У них большие уши, длинный хобот, а ты мой маленький слоненок, правда? Неужели нам сейчас дадут того самого слона, которого я суициднул в первой части? Блин, я по нему соскучился. Неужели его? Да, это он. Да, это он. Вот он, ура! Ура! У нас есть последнее воспоминание, скорее. А куда? А, вот сюда? Понятно. Let's go. Эй, не-не-не-не-не, я на это не подписывался. Мы куда вообще идем? Тут две какие-то двери. Ой, записочка, что ли, или что это такое? Так, давай-ка поднимемся. О, записочка, да. Еще какая-то дверь. Зачем тут так много дверей? Потому что это надо. Так, это комната, в которую нам идти, а тут... А тут опять иллюстрация художников, как какого-то маленького ребенка поймает какой-то большой рыжий хер. Так, как-то подозрительно. Это что сейчас было? Ладно, была, не была, была, не была. Погнали. Валим, 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 валим отсюда, валим отсюда. Быстрее поднимайся! Поднимайся быстрее! Нет! Что это? Нет, это мужик пьяный. Нет, не делай этого. Мишка, нет! Мишка, нет! Нет! Все, сейчас. Боже, где мы? Это рука нашей... Блин, слоник. Слоник, ты посмотри, что сейчас произошло. Боже. А где я? Наверное, туда идти надо. Блин, слоник. Хотя бы слоник у нас есть. У нас нету Мишки теперь. Блин. Не сейчас, не сейчас. Кто-то? Мама нам, скорее всего, говорит. Или кто это? О, мама, мама! Не сейчас, милая. Как-то не сейчас, ты должна меня спасти. Либо я... Так, ладно. Я сказал, не сейчас. Это наша мама была, и опять бутылка пива упала. Это все это время была наша мама, я так и знал. Так. И она пьяная, по-моему. Я не знаю, честно. Может быть, она напилась? И... Так, а куда теперь идти? А, потише, сладкая. У мамочки был тяжелый день. А, это тот мужик пьяный. Как я его называю? Пожалуйста, войди в другое место. Я просто еще глоточек. Все понятно, все понятно. Мама наша напилась. Он отберет тебя у меня. Он не отберет тебя у меня. Кто? Пьяный мужик? Если ты не будешь хорош... Если ты не будешь хорош, когда мамочка просит мамочку сильно разлиться, а этого никто не хочет. Что происходит? Я не могу даже выговорить свое мнение, тут уже она...
как я думаю, что наши мамы пьяны. И мы все маленький ребенок видит все эти кошмары, что мама пьяная, еще глоточек, и каждый раз из нее выливается пиво. I will fight you. Блин, господи, это что? Эх, а это ведь тот самый дом. И больше нету кубиков. Тут больше нету красного цвета, тут все черные. Блин, слоник. Мне придется либо лапу, либо тебя, но я выбираю тебя. Пока, слоник, надеюсь, ты будешь очень рад. Все, закрываем тебя. Ты попадаешь в закулисье. Блин, конечно, немного грустно. Но сюжет можно было понять еще со второй части. Потому что, ну, я так думаю. Так, вот слоник. Надеюсь, у тебя все хорошо. Так, а нам ведь надо их как-то одновременно нажать. Наверное, надо его лапу сюда положить. Блин, а ведь с нами был бы тут Мишка, и мы спокойно сейчас бы спасли. Надеюсь, сейчас Мишка в облаках, и с ним все хорошо. О, какая-то дверь. Неужели это конец, и сейчас мы выберемся уже из этого кошмара. Это шкаф! Это шкаф? Это шкаф! Слоник! Книжка, слоник, колыбелька и... А, этот... Это в первом акте у нас была книга, во втором акте, это в третьем, а это в этом, если я не ошибаюсь, по-моему. По-моему, так. Блин. Блин, это наша кровать. А тут я суицидал слоника, ну... Я обязан, конечно, это сделать, я думаю, ребята. Как же без этого? Иди сюда, слоняра. Будем сейчас наворачивать с тобой. Ой, так. Казнь слоника за то, что он не попал в закулисье. А почему не работает поезд? Ладно, слоник, ты спасен. Ладно. О, это та самая луна, которую мы открыли. А это звездочка. Положу их вместе, потому что они очень красивые. Так, а это что за звуки? А это пазлы большие, те самые. А ведь тут опять бутылка вот эта... Пиво, как же они меня бесят. Пошла отсюда, блин. Как мне тебя разбить вообще? Сейчас. Осуждаю такое вообще. А это ключ тот самый, который мы во второй части открывали. А, эх. Так, ладно. Еще один пазл. А вот самая картинка пазлов. А я могу их собрать, нет? Блин, жалко. Опять много бутылок пива, что за хрень? Какие-то... Ну, их разбить нельзя. Сколько же наша мама выпила-то? Опа, я кого-то слышу. Это же наша мама! Мама! Это Мишка! Мишку еще можно спасти! Дай Мишку, пожалуйста, мама. Мама... Это вино, это шампанское, ну, не похоже на алкоголь, но это говно все равно. Мам, что с тобой? Дай Мишку. Он мне нужен. Ё-моё, что ты делаешь, мам? Все, я так и понял. Мама это и была. Мама это и была та самая монстриха, которая нас пугала. Давай ее погладим, нашу маму. Зависимость от алкоголя ее, вот эта вот грёбаная зависимость. Эх. На F12 можно скриншот сделать, нельзя, ну ладно. Так, нам кто-то постучал. Ой, стучит. Кто это? Полиция приехала или кто? Так. Кто это? Привет, моя хорошая, иди сюда. Это что, наш папа, что ли? Тебе нравится твой подарок? А что случилось с его лапкой? Не переживай, мы его починим.
Надеюсь, Мишка починим, он снова оживет и будет имбовым другом. Так, все, конец. Да, все, мы прошли с вами, ребята, игру Among the Sleep. Ох, наконец-то первое достижение. Я на видео прошел Among the Sleep. Кстати, я его очень давно проходил, но это было очень давно. И это очень классно. Игра на самом деле мне очень понравилась. И что могу сказать? Она очень классная. Жалко, что нету второй части. Ну и зачем вторая часть нужна? Выбрать главу. Кстати, да, это главы. Финал. Пролог. О, музей. А что значит музей? Так, давай-ка в музей зайдем. Так, что это за музей такой? Что это за музей? Опа. Это что мы? Это мы где? О, Мишка, привет. Привет, добро пожаловать в мой. То есть я хотел сказать, в музей игры Among the Sleep. Go on, take a look around. Не, мне вот это больше нравилось. Сейчас, какая тут есть поприличнее. Во, вот это нормально. Так. And welcome to Teddy's grand. Я тут бегаю очень быстро. Так, это Мишка. Пролог стал бесплатным дополнением появления через пару месяцев после выхода игры. Мы делали его с... Ну, короче, сами читайте. That the mother was not simply evil, but rather that relationships are tough, это... and neither of the parents handled it well. Это же те самые совы и та самая музыка. Вау. Блин, помню вторую часть, как мы с вами сов искали. И вот тут сова нам преграждала путь. Вот тут была где-то. О, а тут мы поднимались. А вот это та самая площадка или... А, нет, это мостик был. Так. Вот это тот самый пень, через который мы во второй части проходили. Эх. Кстати, да. Тут есть вторая концовка, но эту концовку делали... короче... Когда эту игру только разрабатывали, в ней должна была быть концовка, где Мишка оказывается самым злым, и он нас... Короче, мы везёмся на тележке. Ладно. Блин, короче, я могу вам это ее показать. Если это видео попадет в рекомендации, то я могу вам ее показать обязательно, если вы захотите. And showing how old the kid is. Механика игры на самом деле машинки день рождения. The playground. Играунд, игровая площадка. When night falls over the home is when you really start seeing the ways in which the child perceives reality while scared. A large part of the game is based on how children see and interpret what's happening. Ну, музей, конечно, классный. Ну, короче, если нужно, то я вам покажу эту концовку обязательно. Ну, потому что я могу ее показать. Я думаю, на этом видео я закончу. Посмотрим, какую игру следующую я буду играть. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока и до скорой встречи. Удачи!